Беременные и кормящие женщины призывают жителей Восточно-Казахстанской области прививаться от коронавирусной инфекции. Сейчас для этого в регион поступило необходимое количество доз препарата Pfizer. Наш корреспондент пообщался с пациентами и медицинскими работниками и узнал их мнение по этому поводу. По словам главного пульмонолога Восточно-Казахстанской области, на сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией среди беременных женщин и молодых мам в целом стабильная. Зараженных немного, но они все же есть. Сейчас самое актуальное у нас – это беременные и послеродовые женщины. В нашей области ситуация пока стабильная. Мы находимся в зеленой зоне. Мы сейчас находимся в ковидном госпитале. И пациенток у нас беременных и послеродовых очень мало. Врач отмечает, что многие роженицы жалеют, что не поставили прививку против коронавирусной инфекции ранее. А те, кто привились, зачастую переносят болезнь легче. Желаю всем мамам, чтобы они получили прививку. Тогда они не будут болеть. Никому не желаю болеть, так как я вот поступила в таком состоянии. Сейчас мне уже намного лучше. На сегодня беременные женщины и молодые мамы могут получить вакцину Pfizer. Так сложилось физиологически, что во время беременности у женщины очень снижен иммунитет, поэтому все беременные относятся к группе высокого риска. В это время обостряются хронические заболевания, возрастает риск заражения вирусной патологией. Министерством Республики Казахстан закуплена и поступила к нам в область лучшая на сегодняшний день вакцина Pfizer, которая не содержит вирус, а при ее введении образуются РНК-модифицированные антитела, препятствующие заражению. Начинается вакцинация 16 недель беременности, потому что до данного срока происходит формирование органов и системы плода. Вакцинироваться от коронавируса могут женщины с 16 недели беременности или через 42 дня после родов, а также подростки. Анна Коцарева, Вадим Самойлов, Алтай Ахпарат.